Типу, Дарксайд, Дарксайд более современных комиксов, изначальный дизайн Шаги, Шаги, типу, инстинкт из Драгонбола. Ну, вот какая-то глупость, типу, что Шаги мои суперсилы, что ну, что не мои суперсилы, ну, да ладно. Я помню, какой-то ролик, то я думал, будет совсем глупым про каналы из кинотеории, не просто теории. Но там, в принципе, действительно нормально разобрали, попытались сколько обурвать силы с Драгонбола, ну, не знаю, помню, это глупость. Годзилла, Годзилла заряжена этим энергию, что... Бровли, Бровли, Супер Саяне. Бронштайн и в форме этого супергероя Игги Супер Силы. Кого тут шутка для накачанной. Физичный гонщик и какой-то физичный гонщик. Комиксом, не знаю. Аквамен. Так это буде на його бачити. Казав, Аквамен я комікси не читав. Sailor Moon. Я на цій якась сильніша форма. Я знаю, я чую, що Капітан ще може якусь іншу форму. Капітан Марвел, Кандарванс, ну, я не читав, я просто знаю, що, ну, може, якісь інші форми, але в коміксах давно було, я ніде не бачив, ну, чого-то не використовую цю форму, не знаю, чому, що Гражданські війни 2, де, наприклад, Жизнь Чоловіка боролась, вона побіділа Жизнь Чоловіка і без цієї форми, і вона така сильна, що їй особо не нужна, ну, чому-то не використовую цю саму сильну форму, Лапти Халка використовую, то вона якось би програла. Може, там нужны какие-то условия, аби использовать хаза. Не с капитаншем не сильно знаком. Не знаю, почему он использует сильнейшую форму. Вот в четвертом гире. Это современный ролик или стрей? Зараз же у него и пятый гир, как сильнейшая форма. Уже как по-моему, нема никаких форм, у него просто какой-то... Типу, что он король нарядил его, а еще он типу шахматом. У него нема же суперсил, у него нема никаких форм. Более сильных. Тут переговорить дракона. Ну, чем-то похоже на злодея Годзиллу. Мало того, что тут абсурдно шутка про Шаги, здесь скоро тут абсурдно шутка про этого Звездных войн. Забыл, как его? А, вспомнил Джиджи Бинкс, да. Абсурдно, что он типа злой ситх, навряд ли. А вот с Человеком-пауком уже нормально, уже серьезно. Человек-паук, получивший силу... Забыл, как он называется, он дает какую-то всемущую силу на время, ты можешь ее получить. И Майлз, по-моему, и получил Адси Спайдерверс 3. Было 5 эти Спайдермена из разных вселенных. В этом комиксе в третьем Спайдерверсе кто получил какую-то силу космического паука временно. Вот, бо мало була якась штука збула, яка називається, ну і временно ви можете отримати якусь космічну силу. Сам оригінальний Паркер її теж отримав, Чек-Плук, в коміксах, не пам'ятаю, 300 ком-та проти якого-то стража, проти людей ікс того робота, гігантський там був страж, він його просто уничтожив на атомі, ту космічну силу, в принципі, було дуже прикольно. Вообще арка довольно смешная с Человека-паука, в таких 300 выпусках, где он мог космическую силу. Он только вот, что он мог космическую поясницу, только выпуск с роботом, я это не разумею более попередних, даже так не объяснялось. Это было очень странно. Тепер не стоит всего получил суперсилу. Было особо забавно, он победил Халка за ту суперсилу. Причем с легкостью. Ну, временно, это суперсила, это какое-то космическое существо, яке временно получает носителя и потом просто ухода. Вважаю, что это достойный временно. Это типа Лекс Лютер, но получивший какую-то силу. Не знаю, я не слежу за комиксами DC. Не знаю, насколько это канонично, уже с какой-то параллельной вселенной. Лапки. 616, може зі вселенной, типу 616, може різних вселенних Галактуса, бо іменно форми сильнішої, по-моєму, Галактуса нету, у нього тільки одна форма. Ну, це, звісно, сильніше, коли їсть там планети.
Тут трансформеры. Лунний рицарь, это тут Хонш. Хонш, по-моєму, просто дає силу лунному рицарю. Відьмак тут не сильніша форма, відьмак як-то неправильно поняв, бо тут тут не сильніша форма лунного рицаря, а просто показано, як це существо, як дає йому сили. Не знаю, не читав, що це за ролик, не зовсім розумію, що йому тут показують. Спочатку мені показалось, що просто показують персонажа от, типу, в сильнішій формі. Або просто моби тут показують у формі Джинчурики, де він став Джинчурики десь до хосту. Танос якийсь череп, типу, мертв, або що. Чи якщо б сильніше, то стоїло показати Тануса без початку безкінечності, спочатку безкінечності. Каратель, ставши огненним гонщиком. Ну да, ну сюжет з огненним гонщиком, то такий треш. Ну смішно хоча б, він був смішно це читати, але це серйозно сприймати він спів невозможно. Він ставши огненним гонщиком, відправляється куди-то в прошле, де знаходить малыша Таноса, питається прибити, ну йому жаль малыша Таноса. Он такой, я его воспитаю хорошо, но при этом даю какой-то бар, да драку, пускай я воспитываю какой-то ублюдка, пытается потом Галактус убить Таноса. Малого, ну, типа, как он прикипел, пытается захистать, такой бред, ну, смешно, смешно было читать там. Аарон, який получил культ Танос, наверное, ну, по координату. Пашки ниндзя и показан Рафаэль, что... Вот Гоку уже показывает... Пашки ниндзя не совсем понимаю, ну ладно. А вот Гоку тут просто показывает его сильнейшую форму, тут Ультра Инстинкт. На данный момент сильнейшая форма. Может в будущем, кто знает, может будет и новая форма, да, ну постоянно новая форма. Они показывают какие-то сильнейшие формы, ну просто какие-то случайные. Вот черепах, это же просто какая-то картинка Рафа, она сильнейшая какая-то форма. Черепах, по-моему, нет каких-то сильнейших форм. В мульке этого 80-х, ну, была какая-то вторичная мутация, хотя бы в нем можно было бы показать. Ну и Виджета последний, да, в форме этого Эго, наверное, форма этих богов разрушения с Дарбол. Ну, посмотрели, ну, я так и не понял, пришёл, ну, ладно, ну, любопытно. Ну, я понял, пришёл, я тут не показываю сильнейший персонаж, его сильнейшая форма, вроде местами просто что-то показывают, не совсем понял, за ничего, ну, ладно. Ну, без пролог забавный, окей.